Привет, на канале Чем Биты. И Маша. Сегодня отправляемся в опасное приключение. Ну что, поехали? Да. Привет-привет всем. Сегодня мы открываем вот этот трек из серии Thomas and Friends от компании Fisher Price. Трек называется... Знаете, как называется трек? Гремучие змеиные колеса. Будет есть наш паровозик Томас. Но Томас ее, наверное, победит, да? Ну что, открываем? Так, распаковываем. А что? Вот здесь вот у нас стоит уже паровозик Томас. Ну что, может, с него и начнем? Давайте его распакуем, да? Давайте мы уже с чух-чуха начнем. Давайте его как-то будем сейчас распаковывать, этот паровозик. Чух-чух, Маша, ты уже поехала? Мы еще не успели распаковать, а Маша уже в путешествие собралась, да, Маша? Опачки! И вот наш паровозик уже у нас в руках. Посмотрите, какой он классный. Он металлический. Он даже не пластмассовый, пластмассовые только колеса. Вот такие, а сам паровозик металлический и очень такой веселенького голубого цвета. Вот здесь вот магнитик. Если покупать другие паровозики из этой серии, можно собрать целый состав. Ну что, Тимофей, держи паровозик. Я тебе тоже поиграю. Сейчас поиграешься. Чу-чу. Тим, дай мне поиграть. Маш, ты мне отдашь? Смотрите, как я делаю. Распаковываем дальше. Здесь я уже убрала скотч. Тимофей, высыпай. Да, здесь что-то много деталей сильно. А ну давай, высыпай, Тимофей. Голова змеи. О, Маша нашла уже голову змеи. А Тима нашел вот такое приспособление для трека. Ничего себе, давайте смотреть, что у нас есть. Итак, наконец-то мы собрали нашу установку. Там было не очень много деталей, поэтому мы быстро справились. И теперь давай попробуем ее в действии. Тима, попробуй этот рычаг надавить на низ. Опачки, что там такое? Пробка. Пробка? Что, не получилось с первого раза? Нет. А, нет, вот же ж получилось. Только паровозик почему-то быстрее опускается, чем надо. А ну, давай еще раз. Попадает в пасть к змее. Можно я буду? И паровозик, ты освободишься? Да, он освободился, змея не успела. Ну что, поиграем? Да. Будем играть с вами. Маша будет змеей-малышкой. Да. Покажи нам змею-малышку. Вот такая маленькая змея-малышка. Маша ею будет сейчас. Она опасная, эта змея? Да. Нет. Не опасная? А да. Тима будет паровозиком Томасом. Да. Доставай паровозик, Томас. Мама, она держит. Да. Паровозик Томас мирно путешествовал по своему любимому острову Содер. Но тут на пути ему встретилась... Змея. Прошипела. Паровозик Томас, я хочу, чтобы ты выполнял все мои задания. На что паровозик Томас ответил? Да. Не мешай, змея, не надо по своим делам. Некогда смотреть, как ты здесь и шипишь. Рассердилась змея. Ты непослушный паровозик. Когда я забуду тебя в свою крепость? И паровозик Томас попал в логово злой, вредной змеи. Как же ему теперь выбраться? Он попытался выбраться. Но безрезультатно. К могу паровозику Томасу пришел динозавр Рекс. Томас, я уничтожил змею. Сейчас я тебе помогу выбраться. Ну как ты мне поможешь? Все очень просто. Сейчас змея откроет пасть, и я придержу головой
ее зубы, и ты выберешься. Нажимай. Выезжай, пока я ее держу. Вот так паровоз Томас и динозавр Рекс наказали злую змею и стали друзьями. Вам понравилось приключение? Напишите в комментариях. Пока-пока!